В Ленинском мемориале 8 января состоялся концерт, посвященный памяти погибших в авиакатастрофе Ту-154. В нем приняли участие лучшие творческие коллективы Ульяновской области. Вечер открыл Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский», исполнив симфонию Петра Чайковского номер 5 и арию Иоганна Баха. Концерт был задуман как посвящение коллегам из ансамбля имени Александрова, который возглавлял народный артист, президент Ассоциации духовых оркестров России Валерий Халилов. Месяц назад Валерий Халилов приезжал в Ульяновск на юбилей Ульяновского духового оркестра «Держава». Благодаря ему в регионе было создано отделение Ассоциации духовых оркестров России. Буквально 4 декабря прошлого года, вот прошло чуть больше месяца, мы вот здесь вот, на этой сцене, работали вместе. Он увидел первый раз на репетиции оркестр наш и дал очень высокую оценку. Ему понравилось просто с нами работать. И мы решили с ним обязательно сделать в следующем сезоне концертном творческий вечер. Потому что он ведь еще композитор замечательный. Столько у него маршей и вообще произведений песен. И договорились, что это обязательно мы сделаем. Вот. Поэтому вот ком в горле, что вот судьба распоряжается совсем не так, как мы планируем. В рамках мероприятия Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» исполнил марш «Бодрость», автором которого является Валерий Халилов. Также музыканты сыграли произведения из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Концерт продолжил государственный ансамбль народного танца «Волга», тем самым почтив память нашего земляка-танцора Александра Серова. Свою творческую деятельность Александр начинал в ульяновском коллективе «Волга», а потом стал частью ансамбля имени Александрова. Ульяновские коллеги и друзья чтут его память и скорбят по нему. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.